Всем привет, подписчики и зрители канала «Спроси Коляна». В этом видео я постараюсь объяснить, что такое eBay для начинающих продавцов. Поехали! eBay – это одна из самых крупных и динамично развивающихся площадок в мире электронной коммерции. Основана в 1995 году в США. Имеет глобальную англоязычную платформу и локальные сайты в разных странах. Например, такие как Великобритания, Германия, Китай, ну и другие. Вы можете использовать как собственный магазин с индивидуальным дизайном, так и просто учетную запись с размещенными объявлениями о товарах. Одной из особенностей является то, что регистрация доступна как для физических лиц, так и для юридических лиц. Какие формы ведения бизнеса есть? Вы можете выставлять товар на аукцион, это система покупательских ставок, либо можете использовать фиксированную стоимость. Она устанавливается продавцом. eBay разработал систему рейтингов, при которой продавцы с более высоким рейтингом имеют приоритет в продажах и демонстрации своих товаров. Чтобы быстрее преодолеть барьер новичка и стать топовым продавцом, вы можете устраивать распродажи и просить покупателя оставить отзыв и оценку. Есть и альтернативный вариант. Можно добавить опцию Seller к существующему аккаунту Buyer с высоким рейтингом. Система использует очень простую формулу для расчетов. Положительные отзывы делятся на положительные плюс отрицательные, таким образом высчитывается процент положительных отзывов. На этом все, друзья. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если совсем все грустно, печально и ничего не понятно, то записывайтесь ко мне на консультации. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новые видео. И также не забываем про мои социальные сети. Всем до скорой встречи, пока-пока.